17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации, в которых будут участвовать среди кандидатов, в том числе и действующий президент наш Владимир Владимирович Путин, чему я лично очень рад и голосую за него двумя руками. Последние 23 года существования нашей страны – это дело рук нашего президента. Страна стала другая, жизнь стала лучше. Международный престиж нашей страны вырос настолько, что тот монополярный мир, который образовался в 90-х годах, разрушен, уже сейчас разрушен. И спецоперация это дело как раз и заканчивает. Я за Владимира Путина, за продолжение его руководства нашей страной. И считаю, что за последние 100 с лишним лет это лучший руководитель нашего государства. Здоровья ему, добра, процветания и победы на президентских выборах. Дмитрий Певцов.